Привет, рыбаки! Сегодня, к сожалению, здоровый с вами один. Иногда очень полезно остаться, так сказать, один на один с рыбой. Сегодняшняя тема — донная рыбалка. Подобрал небольшой пруд, потому как вокруг Вильнюса озера еще очень холодные, или в них еще стоит лед, а в направлении юга, в сторону Алитуса, там лед уже растаял, и в этих озерах можно уже ловить мирную рыбу. Не знаю, как сегодня пойдут дела, потому как вода холодная, и надо будет все делать очень точно и умеренно, тютелька в тютельку, чтобы заманить рыбу к нашей приготовленной приманкой. Как всегда, рыбалка начинается с приготовления прикормки, а потом уже поговорим о самих донных системах, которые лучше всего подходят в это время года. Ну а теперь, как всегда, обед для рыб. Взял прикормку для холодной воды. Также она хорошо шла и зимою. Пока что на озерах, как вижу, режим стоит такой довольно зимний. Сегодня запах мотыля, ну точно, никаких сладких добавок ложить не будем. И никому не советую этого делать, потому как советовался с коллегами, которые рыбачили и в коммерческих водоемах, и в озерах, и те, кто кормил рыбу всякими овощными и со сладким привкусом, то практически за весь день не видели ни одного клёва. Вот у меня в руках приманка мотыля. Черная. Увлажнять будем также запахом мотыля. Да, сегодня все почтение будет отдано мотылю. Пушистый, красивый. Да, заманчивая прикормка. В самом конце добавим цветных сухарей, полпачки, а другую половину оставим для изготовления так называемых пробок, которыми наполним кормушку. Цветные сухари очень хорошо выделяются на черной основе прикормки и очень хорошо приманивают рыбу. Приманка готова, остается только собрать инструмент. Немного позже хотелось бы поговорить, какую использую леску. В Литве это новинка, плетеная леска. О ней поговорим потом. Теперь надо сделать первую прикормку. И само собой, надо собрать саму систему. Ну а о самой леске и системах поговорим после. Thank you.
Как всегда, на первую приманку реагирует плотва. Ничего тут странного нет. Первый подлещик. Моментально реагирует на приманку подлещики. Надеюсь, что приплывет рыба посерьезней. Сегодня, как вижу, рыбы не самые активные. И не хочется их перекормить. И как упоминал раньше, сначала ловил вот с такой большой кормушкой, 50 грамм, потому как надо довольно далеко бросать. Большая рыба стоит примерно 40-50 метров от берега. Эту кормушку меняю на куда поменьше. Она легче, 30 грамм. И она вот такой вот формы, пуля, которую можно очень далеко бросать. И если даже она будет поменьше, я все равно заброшу ее так же далеко. Расстояние такое же. Место помечено клипсом. Значит, все в порядке. Буду ловить на том же самом месте. Как и упоминал в начале передачи, все наше внимание будет на плетеные лески. Сейчас в Литве такого производителя лески еще нет. Но друзья из Котоса обещали, что в ближайшее время они появятся. В моих руках пробные образцы, которые приехали прямо из Осаки. И в этом году мы будем уделять особое внимание лескам этого производителя. Какая это компания? Это Госен, японская компания. Это один из старейших производителей лески ПА. ПА — это волокна полиэтилена. Спиннингисты уже давно используют такую леску. И от них слышал только очень хорошие отзывы о лесках ПА. Любители донной рыбалки слышал, что тоже используют такую леску. И в прошлом году наш хороший друг Мартинес Микелёнис именно рыбачил с ПА-леской, и его результат был очень хороший. Он занял первое место на чемпионате «Фибер». Какие же у них хорошие свойства? Это супермягкие и супернежные лески, особенно восьмислойчатые. Вот, в моих руках есть 150 метров четырехслойчатой лески,
А вот 300 метров восьмислочатой лески. Само собой, будет и 150 метров восьмислочатой лески. Они двух цветов. Простая зеленая леска, которая вот замотанная на мою катушку, и другая окраска, многоцветовая. Это очень удобно. Все очень ярко, хорошо видно, где уходит воду. Хочу обратить ваше внимание на восьмислойную леску. Это супер тонкая и супер нежная леска. Когда используют эту леску, то всеми нелюбимый звук, который исходит от кольцов прикрутки барабанов, его просто нету. Это я вам гарантирую. Те, кому это действует на нервы, 100%, что этого свиста или еще какого неприятного звука не будет. Просто тихо замотаете всю леску. Ну и думаю, самая хорошая новость для нашего брата-рыбака, именно они нам упоминали, представители УАБ «Котос», что эта леска будет иметь супер хорошую цену. Если пока на рынке эта ПА-леска не очень популярная, и еще цена довольно высокая, ну или искусственно завышена, то цена вот этой лески, думаю, для многих рыбаков будет приемлема. Это не будет какой-то роскошью или что-то в этом роде. Ждем, скоро появится в магазинах. Ветер поменял направление и начал очень сильно дуть. Будем надеяться, что это не повлияет на нашу рыбалку. И как я обещал, дополнительно попрессуем немного сухариками. Вот из пачки немного посыпал. Сначала наживку пополняем, а потом сухарями. Посеет красивое облако, и на это облако рыба должна среагировать. Вот так вот. Красавец лещ. Надо было много корма бросать в одно место, чтобы большие рыбы приплыли. Тяжелый и откормленный. Свою прикормку немного активирую запахом червяка и плюс саму кормушку. И еще наживку. Оставленный шлейф в холодной воде очень хорошо расходится. И этот запах в самом деле манит рыбу. Пока что запах червяка себя в этом водоеме оправдал. Пробовал брызгать чесночным. В этом водоеме чесночный запах не популярный, не работает. Хотя раньше в других водоемах чесночный запах мне особенно помогал. И особенно в холодной воде. Но, наверное, каждый водоем имеет свою специфику. А может и день такой, и рыба острого запаха не хочет. Она, наверное, хочет понатуральнее и животного происхождения. Потому здесь червяк очень хорошо.
Еще можно запахом мотыля брызнуть, но я уже увлажнял запахом мотыля. И этого запаха здесь, в моей прикормке, достаточно. Поэтому дополнительно использую запах червяка. Все понятно, на мотыля клюет. Надо сделать микс с мягкими пеллетами. Хотя вода и холодная, и в их адрес много не надеюсь. Ну, попробую желтый со вкусом меда, а красный со вкусом клубники. Сейчас мой поступок ломает все правила ловли в холодной воде. И посмотрим, что о себе скажут пеллеты в это время года. Не надо забывать, что они плавающие. И надо короткого вала. Брошу в воду, и сейчас посмотрим, кого поднимет. Резину, которую использую дополнительно, или леску. Похоже, что выплывает только леска. Да, поднимает только леску. До резинки. Это значит, что моя приманка приподнимется от дна около 10 сантиметров. Пробуем. Поднимать выше не советую, потому как рыба не собирается искать. Ведь здесь и так не глубоко. 2-3 метра. И лещи не собираются искать вашу наживку, приподнятую от дна на 1,5 метра. Клёв. Хочу немного поговорить о системе, с которой сегодня рыбачу. К плетеной леске привязываю около 60 сантиметров, 0,27 миллиметров диаметром флуорокарбон. Почему 0,27? Почему в целом выбираем флуорокарбон? Функции флуорокарбона являются две. Первая функция — это он все-таки является немного эластичней. Не такой, как плетеная леска. Вторая функция — это если есть ракушки или камни, он не так снашивается, как плетеная леска или простая леска. И просто ваша система останется в безопасности. Длина системы также выбирается по ракушкам. Именно флуорокарбон. Чем больше ракушек, тем длиннее делаем отрезок флуорокарбона, и тем она толще. Я лично использую от 0,20 до 0,30 миллиметров. Так что флуорокарбон прокалываем шпильку, к шпильке крепим кормушку, надеваем стоп-узел, делаем петлю вверху, сплетаем две лески, так называемое утолщение лески, которое приводит вашу леску от кормушки. Отрезок лески, которая просто должна быть длиннее, чем ваша кормушка, тогда привязывается через петли, так называемая донная резинка, фидергам, резина, которая амортизирует, плюс еще удары рыбы. Так как знаем, что плетеная леска твердая, и особенно если рыбачите на озере с небольшого расстояния, рыбы достаточно большие, то это действительно необходимо, чтобы амортизировало, и ваша добыча не ушла. И небольшая леска, около 10-15 сантиметров.
вся ваша система должна не превышать 20 сантиметров рыбача на озере. И крючок дренан 10 размера. Ну и всем рекомендую взять так называемый фидергамус. Меньше рыбу пустите, так как он поглощает удары рыб. И ей меньше шансов уйти с вашего крючка. Думаю, был последний бросок. Клюнет, не клюнет. Несколько минут подожду и сегодняшнюю рыбалку закончу. Несколько заметок. Еще вода холодная. Как помните, в прошлом году в это время года еще удачно рыбачили со льда, и конца зимы не было видно. Так что и сейчас не является каким-то исключением. Вода действительно холодная. Сильного потепления не было. Так что наживки надо использовать предназначенные для холодной воды или зимние, так как рыбы еще живут зимним режимом. Тонкие лески, небольшие кормушки, но и будьте уверены, улов будет. Ну а сегодняшнюю рыбалку заканчиваем. Встретимся через неделю. В это же время. Пока!